И волшебного утра, дорогие друзья! Все, кто сегодня с нами, кто присоединился, я приветствую вас в этом чудесном утре. И давайте сейчас просто возьмем охапку вот этой утренней бодрящей свежести, да? А многие сегодня с утра уже зарядились на метафизической зарядке, да? На стартовых событиях. Кто-то зарядку сделал, кто-то уже облился, молодцы. И вот сейчас охапку делаем, вдох такой жадный этого утра, вдох. Задержали, задержали, задержали. И со звуком. И берем охапку счастья и радости, вдох. Задержали, задержали, все это пропиталось у нас, можно животик погладить. И с наслаждением. И еще раз жадный, жадный, глубокий вдох. Набрали, 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 держим, 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 потягушечки можно сделать, да, такие вот потянитесь, как вам удобно, такие хорошие потягушечки, да. И, и, мои хорошие, если есть здесь кто-то первый раз, то скажу, для чего же мы занимаемся. Ребята, мы занимаемся не потому, грустно нам или весело, как мы себя чувствуем, а мы занимаемся именно для того, чтобы прокачать наше самочувствие, чтобы оно стало ресурсным, чтобы набраться гормонов радости, чтобы стать счастливым. Почему? Да потому что наш мозг не различает искусственный или настоящий смех. А еще, когда мы смеемся по правилам, когда мы к этому подходим с научной стороны, а есть такая наука гелотология. Гелотология, она изучает воздействие смеха на наш организм. И мы смеемся, используя определенные правила, как на тренировке. Вот когда вы приходите на тренировку, и говорите, я вот хочу там, допустим, талию, там, пресс, да, я хочу там ножки, попу подкачать. И вам преподаватель говорит, как ноги поставить, как носки, как приседать в полную или не в полную, там, как, допустим, попа должна там, как на стульчик садиться, да, то есть как дыхание. Вот то же самое, то есть мы пришли с вами на тренировку, мы прокачиваем наше кровообращение, мы несем кислород ко всем нашим органам, да, мы заставляем смеяться, улыбаться все наши органы. Да, мы смеемся даже селезенками, печенками, сердцем, всем-всем, что у нас внутри. И поэтому после нашей тренировки мы ощущаем себя уже совсем по-другому. Поэтому если тебе не очень весело, возможно, или наоборот, если тебе весело, очень возможно, ты все равно это выполняй. Все равно выполняй. Если тебе очень весело, включай окошко и постарайся лучики света распространить тем, кому еще грустно, а кто еще, может быть, не проснулся, да? И как же мы смеемся, друзья? И я напоминаю, что правилом смеха, если мы обращаем внимание на наше дыхание, а йога смеха – это дыхание, а дыхание – это номер один. Вот если мы просто смеемся прерывисто, но какая-то польза есть, да, я уже сказала, наш мозг считывает, да, мы в любом случае наполняемся радостью, но мы хотим комплексного воздействия, чтобы мы стройнели, чтобы у нас действительно была талия, чтобы кислород поступал, профилактика деменции, Альцгеймера, профилактика инсульта, инфаркта, да, и каждой клеточке надо, чтобы кислород дошел, и тогда мы делаем вдох, друзья, плечи не поднимаем, делаем вдох, у нас надувается животик, вот, забеременели счастьем, радостью, улыбочки, обязательно надели все улыбочки. И у нас животик втягивается, 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 как у голодного, голодного волка, да. И еще раз вдох. Животик растягивается, вот. А теперь пупочек прилипает к позвонку, позвоночнику. И давайте теперь со смехом вдох. А смеемся у нас выдох. Вот так примерно. И теперь смотрите, мы будем стоять
стараться смеяться погромче, но те, кто могут, даже те, кто на работе, пусть даже смейтесь шепотом, но самое главное правильно дыхание. И сейчас мы обратим внимание на то, чтобы выдох был у нас долгий-долгий-долгий-долгий-долгий. Вот как можно дольше, хорошо? Даже если шепотом. И для этого мы открываем широко-широко рот. Да! Кто молодец? Я! И начинаем мы всегда смеяться, стартер у нас буква А, потому что так больше всего выходит воздух. И нам надо максимально из себя выжать все остатки и потом уже взять полные-полные легкие новые партии кислорода. Итак, приготовились. Сейчас мы делаем вдох. И смеемся. Животик втягивается, выдох. Еще раз вдох. Тягиваем животик, выжимаем все, как из зубной пасты, вот, да, из тюбика. Еще раз вдох, набираем. И втягиваем. Механизм понятен, да? То есть стараемся на это обращать внимание. И сейчас мы с вами берем в руки два смеха яблока, да? И смеемся вот громко, звонко, открыв рот на букву А, набирая полный живот воздуха, а потом выдыхая, подтягивая наш пупочек, да? И еще добавляем тело в дело, то есть выделываемся как можем, да? Вот представьте, что вы пришли в театр, и вам нужно сыграть роль в театре, если надо, надо плакать, если скажут, надо смеяться, да? И мы с вами тоже сейчас развиваем актерское мастерство. Итак, делаем вдох, животик набрали, плечи опущены. И еще раз вдох. И ой. У меня мышца болит. Это правильно или нет? где у вас мышца болит, скажите, в каком Вот месте? здесь. Когда смеюсь, вот здесь болит. То есть это не на лице, не очень вижу. Еще раз покажите. Вот здесь. А, шахла, дорогая, да. Может быть, покушала недавно? Нет, только воду пила. Только воду пила. А вообще-то мышца, ну, в этом месте бывают болезненные ощущения? То Вот есть именно сейчас сейчас, сильно напрягалась и вот заболела. да? Именно сейчас, да. Ну, ребята, слушайте свое тело, потому что, ну, кто беременный после 7 месяца, аккуратно. Если у человека, допустим, был там, ну, чтобы швы не разошлись, да, операция, если была, тоже аккуратно. Если был инсульт, инфаркт, вот прям недавно, то, конечно, не нужно делать большое напряжение. Если вот что-то где-то там вы чувствуете, что у вас болит, делайте щадящее, просто делайте поверхностно, потому что у каждого свой организм, у каждого своя подготовка. Поэтому ваша задача вот с каждым днем просто немножечко вот прокачивать больше объем легких, да, вот приучаться дышать животом. Но если вы чувствуете, что вот вдруг вот громко у вас в это время какая-то болезненная реакция, ну, сделайте тише, снизьте звук, то есть давайте чувствовать свой организм, хорошо? Так, Ну и сейчас мы с вами выпьем коктейль радости, да? Обязательно нужно, потому что метафизика, она рулит, это 80% того, что с нами вообще происходит. Давайте мы с вами берем два царских кубка, да, короли, королевы, и сюда радугу счастья, а сюда все, что мы хотим, да, радость, здоровье, благополучие, благословение Божие, да, изобилие, процветание, делаем 4 раза,
Хорошо Делаем. наклоняемся и замешиваем. И пьем. Еще. Еще. В бочку, все, давайте побольше гормонов радости, смеха смайликов, смеха яблочек, всего туда, все, что нам нравится, цветочки, лепесточки посыпали, посыпали, взяли все это богатство, тяжело, да, на себя, а смеха смайлики у нас вот так, да, и смеха яблоки, и смеха мандарины, и все вот так. И делаем вот такой вот массажик, да. Массажик из смеха смайликов, смеха яблочек, смеха мандаринчиков. Замешали это все, да, как тесто, все гормоны радости, все, что мы хотим, чего нам не хватает, все добавляем, кому-то уверенности не хватает, да. Замешали, я умница, я красавица, да, я лучший лидер, мега, мега королева, да, хорошо, хорошо, все замешиваем, да, волосики потрепали, потрепали, кто чувствует, что немножко там где-то завяз, застыл, потянем себя, потянем, ну-ка не застревай. Ушки растираем, растираем, растираем. Хорошо, да. По простуке мы смеемся обязательно, растираем и простукиваем, массируем, смеемся. От полочки избавляемся, полка. Помните, это то, что собирает наши камни. Что такое камни? Это обиды, это непринятие чего-то, несогласие. А, злость какая-то, негатив, печаль, раздражение, гнев. И теперь все это вытаскиваем и прощаемся. Еще достаем. Избавляемся. И они превращаются в облачко, рассеиваются, летучиваются навсегда. Да. Локоточек взяли и немножечко потянули. Да, вот такую немножечко суставную. Да. Руки наши, ну что бы мы без них делали, да, такие они у нас трудяжечки. А, столько они делают полезных дел. И по хозяйству, да. И пишут они, занимаются. Да. Хорошо, взяли вот так. И обязательно смеемся, смех обезболивает. И сколько можем, как будто вот так будет, друзья. Все так, слушайте свое тело потихоньку. Назад, переставили, да, и выворачиваем. Пошли пальчики, пошли, пошли, пошли. Каждый день это делайте. И обязательно, у кого не получается, то встретятся пальчики. Так, ну-ка, спинками станьте, покажите, как у вас успехи. Хочу тоже посмотреть. О, Шаква, молодец. Локоточки назад, голову не опускаем. Расправили, расправили плечики. Поменяли ручки. Поменяли, поменяли, поменяли. Ручки назад, лопатки соединили, голову не опускать. Хорошо, молодцы, молодцы. И сейчас мы с такой ровной-ровной спинкой потянемся наверх и будем что-то срывать. Тянемся, тянемся, тянемся. А, ножки как струночек. Позвоночник у нас вырастает, вытягивается. И мы становимся с каждым днем выше, выше, выше. Добавляя по миллиметру, по полмиллиметра. Но мы вырастаем, мы тянемся к свету.
Мы тянемся к радости, мы тянемся к добру. Мы в росте, мы в потоке. И молодцы все, кто что-то новое изучают, да, кто ходят на занятия, кто проходят тренировки, волшебные наши упражнения. Молодцы, тянемся, 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 и... И наград, но мы не совсем до него достаем, и мы тянемся по одной гроздочке, по одной ягодке. Это смех, а виноград. И еще тянемся, тянемся, тянемся. И еще тянемся, тянемся. И теперь наша голова работает и смеется. Только голова. А весь корпус у нас туловище на месте. Смеющаяся голова. У кого не получается, по точкам. И потом соединяем. В другую сторону. То же самое грудная клетка по точкам. Потому что часто ее в упражнениях как раз не затрагивают. Все крутят тазом, а вот верх позвоночника, наша грудная клетка, она чаще всего редко задействована в различных упражнениях. Поэтому мы не должны об этом забывать. У нас таз на месте сейчас, голова на месте. У нас работает только грудная клетка. Руки поставьте там на бедра, например. Мне так удобно, да? И вот, вот по точкам, если не получается, мы все делаем вначале по точкам. Вперед грудь, в сторону плечо, да, вот так сутулились, в другую сторону. Вот, и это все соединяем и добавляем смех. И теперь вправо-влево, 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 вправо-влево. Хорошо, молодцы. А теперь добавляем наш таз, теперь наоборот, плечи у нас на месте. Голова на месте, и у нас работает только таз. И обязательно одели улыбки, смеемся обязательно. И в другую сторону, да. И теперь все соединяем к тазу, у нас добавляется полностью все туловище. И мы полностью все раскручиваем. В одну и другую сторону. И вообще слушаем организм, свой темп выбираем сами. Если в это время тело просит вас как-то вот так больше в эту сторону потянуться, застрянуть, зависнуть, делайте это, да? Помните, как мы выполняли вот водное растение? И каждый, у каждого был свой танец. Давайте вспомним это, танец растений. И можно закрыть глазки. И вот сейчас мы слушаем, что просит наше тело. И мы забыли о каком-то позвоночке, и мы забыли о каком-то суставе. И мы все сейчас вот делаем, как просит наше тело. И каждый в своем темпе, да. Вот так, и каждый в своем темпе извиваемся. Позвоночек каждый должен прочувствовать, да. Вот так, да. Молодцы, молодцы. И вот мы превращаемся с вами в гусеницу. И поехали, как у нас гусеница ползет. И поехали. И гусеница делает вот такую волну, да, волнообразно. И каждый позвоночек чувствуем. И тут гусеница залазит на листики и начинает листики кушать. Обглотала листики, смотрит на цветочек, а он без листиков. И стало ей так грустно, да? Какая я некрасивая! Никакая я плохая, и никакой я пользы этому миру не приношу. И еще она замоталась в кокон,
и решила уснуть навечно. Замотала, замотала, замотала скоком, замотала, кружимся, 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 кружимся. И вот такая она в коконе и думает, это все, это конец. Я страшная, я никому не нужная, я плохая, от меня только вред. Я ничего никому не дала, никакой пользы. Я обгладывала листики. И вот такая грустная-грустная гусеница. И вдруг она чувствует, что что-то начинает происходить. И у нее откуда-то появляется, как вроде ручка. Да? И она начинает ее шевелить, шевелить. А кокон держит. И она начинает усиленно, да, вот так плечиком работаем, начинает этот кокон... Да, разрывать. И вдруг красивое-красивое крыло бабочки. И другое, другое. Давайте, давайте, другое крылышко. Разминаем, разминаем, разминаем. Да, потихонечку расправляем, расправляем. Шире, шире, шире. И порвали кокон. О, шикарно, красиво, яркое крыло. И мы смотрим на свои крылья и нарадуемся. Какая же она красивая. И мы по ней полетели, радуемся. И паркаем с цветочка на цветочек. Очень съели, понюхали аромат. Цветочек. И сколько красивых бабочек, и все яркие, все цветные, все, у кого окошки открыты, и полетели, летаем, смеемся, не стойте на месте, летаем, смеемся. Портаем, прыгаем, цветочка на цветочек, переносим пыльцу на лапках, цветочка на цветочек, да, помогаем цветам размножаться, садимся на фруктовые цветочки. И из этих цветочков что потом вырастет? Вишенка, черешня, яблочки, разные ягодки. Используй все пространство на 100%. И вдруг она села и отпрянула. А это был цветок кактус. Ей стало грустно. И она перестала верить всем цветам вокруг. И она подумала, что если она так ошиблась, то, наверное, другие тоже такие, да. Но в это время прилетают к ней все-все бабочки, да, все-все смехоёжики. Прилетают и говорят, полетели с нами, посмотри, сколько прекрасных цветов. Полетели, полетели, полетели. Полетели. И бабочка вновь стала веселой и жизнерадостной. Друзья, о чем говорит этот урок? Вдох, пока восстанавливаем дыхание, вдох. А этот урок говорит о том, что если тебе кажется, что ты некрасивый, страшненький, неуспешный, неудачник, тебе не повезло, то знай то, что гусеница считает концом света, творец называет бабочкой, да. И так у каждого в нашей жизни. Следующий урок. Если что-то с тобой произошло, и ты где-то укололся, да, и что-то плохое произошло, то знай, что так будет не всегда. Нужно все равно верить этой жизни, доверять. И мы проходим испытания, чтобы стать сильнее. Да? И жизнь нас тестирует, проверяя,
Насколько ты заслуживаешь получить то, о чем ты мечтаешь? Дох. Поэтому даже когда ты проходишь тернистый путь, даже если тебе в чем-то не повезло, воспринимай с благодарностью и знай, что завтра будет по-другому, да? Жизнь прекрасна, и там, где мы, всегда классно, да? И давайте повторим. Классно, у меня жизнь прекрасна, неудачи нет, да? И раз, два, раз, два, раз, два, хлопок, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А теперь нашу, давайте новую считалочку, скороговорку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Угу. Маша. С хорошими спикерами, да, разговаривать так, чтобы у нас артикуляция хорошо, хорошо работала, да. Поэтому мы обязательно и делаем упражнения для лица, но мы все в одну тренировку не можем сделать, поэтому вот вы уже много знаете, да. Повторяем. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ну, теперь повторяем, делаем зайчик-пальчик, соединяем. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. И добавляем хлопок. И если у тебя не получается, смейся, смейся и радуйся, потому что ты даришь всем веселье, смешишь, да. И поехали. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша. Ты делай. Можешь вот медленно, прям совсем медленно, все делаем в своем темпе. И упражнения, мы все индивидуальны. Да. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 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 Кто молодец? Скажи, я молодец. И тут нам попадаются вот такие интересные очки. И мы их одеваем. И что мы видим? Весь мир в зеленых красках. И так красиво, небо зеленое. И солнышко зеленое, и мы все зеленые. И все одели. Во время тренировок, во время смеха, правильного дыхания, вот приходит слизь, которую надо выкашлять, сплюнуть. Поэтому тоже слушайте свой организм. Те же самые правила. Вдох, животик. И... Хорошо, хорошо. Долго, долго откашливаем, сплевываем. Еще раз вдох. Молодцы, молодцы. Сейчас пропиваем звук А и с середины начинаем смеяться на букву А. Вдох. Теперь со звука О будем смеяться на букву О. Вдох.
Видите, у нас по-другому в это время работают мышцы, горлышко, артикуляция, все идет по-другому. Но начинаем всегда с А. Только когда уже разогреты, только тогда добавляем звуки другие. Хорошо, молодцы. А, о, у, давайте удивимся. Вдох. И низко, высоко смеемся. Сейчас мы делаем эхо. И вначале поем с буквы Э. Вдох. И сейчас на выдохе делаем и. Люблю.
Благодарю. Наша водичка, наша водичка, она зарядилась. Да, столько мы радости сделали, да, она зарядилась нашим смехом, радугой жизни, энергией, и мы пьем, проговариваем мое тело здоровое, молодое. Благодарю, благодарю, благодарю. Спасибо, я вас всех благодарю, кто приходит каждое утро, кто занимается. Не случайно смех – это самая первая ступень в наших волшебных упражнениях. Конечно, важно, важно пройти все-все, потому что рост – это всегда классно, мы всю жизнь должны расти. И когда мы что-то изучаем новое, у нас образуются новые нейронные связи, да. Мы пьем эту водичку, которая у нас структурирована, да, и мы сами свое тело структурировали. Наполнили его радостью, наш мозг говорит, ой, как жизнь прекрасна, какая ты классная королева, ой, как тебе идет эта корона, вообще просто супер, да. Супер, тренер. Я супер, тренер. Да, говорите, я мега уверенный человек, да. Моя самооценка растет с каждым вдохом, с каждым смехом. С каждым вдохом. Морщинки исчезают, лицо расцветает, да. Морщинки исчезли. Посмотрите, какие вы красивые. Вы вообще сами себе нравитесь, друзья? Да. Какие вы классные, вообще просто. Лариса, ты супер, ты королева. Спасибо большое. Благодарим тебя за эту смехозарядку. Благодарю, благодарю, Лариса, королева.